Поговорим сегодня с вами о самом моем любимом аксессуаре. Это перчатки. Уже холодно, руки мерзнут, уже все, пора-пора. Вяжите и согревайте себя, своих близких. Покажу сегодня пряжу, которая лучше всего себя показывает именно в перчатках. У нас здесь есть несколько примеров. Начнем с альпаки. Это у нас альпака Челеджи, 100% бэби-альпака. Очень-очень нежная, мягкая, с ворсинками, пушистенькая такая слегка. Из одного мотка вы спокойно свяжете перчатки на женскую руку. У меня рука маленькая, если рука покрупнее, то можно вязать покороче манжет. Если хочется узор, косы пустить, берите два моточка уже. Такая вот альпака Челеджи от фабрики Lines du Nord. По метражу здесь у нас... метраж пряжи 150 метров, вес 50 грамм. И, как я уже сказала, одного или двух моточков вам будет достаточно для полноценных перчаточек. Следующая альпака. Это альпака от Кати. Артикул называется «Альпакина». Здесь уже у нас более тонкая нить. Если с предыдущей сравнивать, перчаточки получаются прямо тоненькие, но тоже очень хорошо согревают. Здесь альпака с добавлением полиамида, поэтому такие перчатки будут более износостойкими. Они не будут протираться, если даже вы ездите за рулем или носите какие-то сумки, то они будут служить вам долго и верно. Можно вязать даже детские перчаточки, которыми детки там играют на улице, не страшно. Такую пряжу можно стирать в машинке, конечно, на бережной стирке и с использованием специального средства, но все-таки это облегчит для вас уход за ниточкой и за изделием. Итак, альпакина от Кати. Метраж у этой пряжи уже более тонкий. Здесь 100-граммовые пасмы и метраж 360 метров. Из такой пасмы получается две пары. Вот эти перчаточки весят у меня около 45 грамм. Любая носочная пряжа великолепно подойдет также вам для того, чтобы связать перчатки. Здесь вы уже ориентируетесь по температуре погоды, в которую вы примерно планируете носить ваши перчатки. Классический меринос или пряжа с добавлением шелка используется при прохладной погоде, первый период осени. Можно вязать с ажуром перчаточки. Становится холоднее, выбирайте составы с какими-то добавками. На мой взгляд, наиболее подходящий это для перчаток это мерино як. Конечно, перчатки из мерино яка будут чуть-чуть с пушком, слегка потолще, чем тоненькие, например, из альпакина, и будут отлично согревать. Так же, как и альпакина, любая носочная пряжа более износостойкая за счет полиамидной добавки. Еще варианты классные сочетать для перчаток носочную пряжу и мохер. Смотрите, какие вот у меня перчаточки. Я связала их прямо на самые холода, на зиму. Добавила нитку мохера. Они получаются пушистые и более теплые. А носочная пряжа в основе у меня здесь с крапинками, твидовая, вот такая вот. Ну что, вот такой для вас простор выбора пряжи. Оттенков и цветов у каждого из представленных артикулов очень много. Можно подобрать под цвет к любому пальто или куртке, к любой верхней одежде. И часто у нас именно с такими запросами и приходят покупатели. Вот я купила себе новое пальто, что мне с ним носить? Присылайте фото, мы обязательно подберем подходящий цвет и поможем вам с выбором. Если вы даже где-то далеко, удобный формат видеоконсультации придет вам на помощь. Еще у нас есть мастер-класс по перчаткам, грамотные перчатки мастер-класс называется, ссылку прикрепим. Если у вас, к примеру, есть уже пряжа, что-то из подобного, то, что я показывала, и вам остается только набраться смелости, получить какой-то пинок волшебный, чтобы связать эти перчатки, пожалуйста, приобретайте мастер-класс и вяжите свои первые перчатки. Пусть это не пугает вас, процесс увлекательный, несложный. Главное, чтобы была опора.